населению все сложнее и сложнее, население у нас все-таки в большей части законопослушное, оплачивать коммунальные услуги. Да, причем мы не видим особого повышения качества коммунальных услуг в связи с тем, что проводится лицензирование. Да, этот процесс начался, но он еще только в самом начале в Самарской области. И поэтому, естественно, родилась такая инициатива выйти в Самарскую губернскую думу для того, чтобы утвердить заявление на Самарскую губернскую думу и обратиться в правительство Российской Федерации, президенту. Мы все понимаем, что, наверное, есть какие-то объективные причины, хотя не понимаем, почему в экономиках других стран при падении курса внутренней валюты наоборот понижается и ставка банковская, кредитная, да, и понижаются услуги, если падает цена на основной источник, на газ, на нефть, то у нас все идет к повышению. Вот это нам непонятно.